Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, у нас созрел диплодок. Ой, анкилодок, ёпрсты. Надо же так назвать его. Анкилодок, конечно же. Так, откройте три набора карточек и используйте ускорение. Я же говорю, ежедневку мы получим. Так, и заодно, наверное, вот так вот. Уровень. За сотку нет, я не буду его пока вкладывать. Слушай, кстати, может быть у нас... Внимание, босс. Так, а что у нас тут? Забрать. Угу, ДНК. Тоже ДНК. И еще ДНК. Не буду я смотреть видео, не хочу. Так, сколько здесь? 37, давай, наверное, заплатим. Заплатил, блин. Захотел схалямчить. Но зато, как видишь, сделал ускорение и, соответственно, забираю ежедневную нашу награду. Еда, еда, 45 баксов и, опять же, еда. Ну что ж, друзья, в общем, все очень даже круто. Ежедневки мы сделали. Так-с. Теперь давай, тут у нас тоже что-то, я смотрю. 18, мне уже. Ну что, остается нам идти на события. Так, схватка редких, бойня хищников. Ну-ка, пойдем-ка на схватку редких, посмотрим. Паразавр, паразавр. Серьезно? Ну давай, паразавр, паразавр. А, это гибрид. Ну, тогда, ребята, нам надо будет хищника ставить. Это однозначно. У меня хищников-то мало. Велоцираптор и... И чего? Ну и, наверное, анкилодока взять. Или же... Ну давай, наверное, вот. Стегоцератопса. 625 тысяч монет за один бой я должен заплатить. А чё так... Чё так жестко-то? Блин, а у меня у велоцираптора, ты посмотри, сколько здоровья. Ты взял его тоже, блин. Да, Рэй, ну ты, конечно... Молодец. Ага. Взял он, понимаешь ли, две защитки. Так, ну у меня уже, ребята, будет преимущество, получается, классовое, да? Давай я попробую его все-таки прижучить. Получится или нет? Конечно, получится. Причем на изи разобрал. Единственная проблема то, что он сейчас меня разберет. Ему нужно выложиться. Ну, три атаки. Да, три атаки, и дальше мы смотрим, что мой стегоцератопс может сделать. А он может сделать очень много чего, ребята. Даже ушатать. Круто? Конечно, круто. Единственная проблема в том, что там еще три поединка, и динозаврики-то заканчиваются. Гигантоцефал и стегоцератопс. Вот как вот мне с ними воевать? М? Сколько ты стоишь на откате? 73. А ты 107. Блин, ну что, брать что ли этих? Это бред. Что, у меня, значит, нету редких хищников, да, получается? Вот они к этому намек ведут, да? Я не знаю, ребят. Если я сделаю откат, ну, потрачу деньги, а потом-то что делать? Что я буду делать при этом? Пойдем, наверное, на бойню хищников. Ёпрсты. Цератозавр. Вы, блин, сейчас серьезно вот это все? Я даже не пойду сюда. Я лучше вон пойду на битву. Они совсем обрызели, ребята. Вы видели, кого они там выставили против нас? Я возьму Эдиморфодона, Топиелозавра и... И, блин, ребята, у нас все... Что-то дофига получается. У нас все в откатах, понимаешь? Я думал, вечером мы поиграем по полной программе. А получается, что все динозавры закрыты. И кем я буду здесь играть-то? Ёпарасете. Ну и как? Вот как я здесь, ребята, должен, блин, драться? Ума не приложу. Тарбозавр.
Откуда он взялся, этот тарбозавр, а? Этот вообще 40-го уровня, ты прикинь? Давай так попробуем. Что же ты будешь делать, а? Тарбозавр. Я понял, вырубает. Он слил все очки действий. Все, абсолютно. Ага, ага, так, так. И вот так. Горгозавр намного сильнее, ну посмотрим. Нет, не намного. Два очка действий ему придется потратить, а точнее даже три. Вот и наказал, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Наверное, придется так сделать. Допустим, я его вырубил. Что у нас вот с этим? Слушай, по-моему, мы здесь победим. Если он 4 атаки сделает. Ха. Раз, два, три. Раз, два. Проверим. Ну и что ты будешь делать? Ну что, друзья, я тогда уйду в атаку. Все, хана тебе. Думал отсидеться. Угу, не тут-то было. Отсидеться не получится, когда Таникал Агриус у нас на поле боя, да? Отсидеться просто не получится. Мы его... И все, ребят. И распустили по швам. Но нас скинули, конечно, ребят, на 82-ю позицию. И, как ты видишь, поднимаемся мы очень тяжело. Ты... Серьезно, ну дали бы мне хотя бы разок. Ну, почему все рядышком, все около-около, ну. Ладно, Эдиоморфодон. Тут брать-то некого, понимаешь, в чем дело? И... Ну, давай Эоламби. Это вечно продолжаться не может. Сейчас мы где-нибудь встрянем. Причем по полной программе. Аморгозавр, Метапозавр и Афиокамим. Плохо. Это плохо. Ну что ты будешь делать, аморгозавр? Бомбить? Бомбить, конечно, он будет. Так, сколько у нас Бариониксон? Ну, отлично Бариониксон наносит. Проверим. Да, я так и думал, ребят, что возьмет он все-таки защиту. Хм. Раз, два, вот так вот. Ах ты, жук ты такие. Меняется. Ну что, Эдиоморфодон, выходи. Раз, два, три. И вот так сделаем. А до свидания, Метапозавр. Ну давай трать. Сколько тебе надо? Три? Три атаки? Че, он все сливает. Красавчик. Он слил абсолютно все свои очки действий. Значит, мы делаем следующим образом. Раз, раз, два, раз, два. Вот так вот. Аморгозавра в топку. И выползает Офиокамим.
Да, Барионикс, конечно, крутой чувак. Ну что ты? Афьюкамим. Что я тебе? Поздравляю, парень. До свидания. По полной влупляй ему. На. Два укуса и потом еще отшвырнул его к чертовой бабушке на куличке. Отлично, ребята. Я его сделал. По-другому и быть не могло. Ну, вот тут вот уже хорошо продвинулся, кстати. Очень хорошо. Блин, как приятно, ребята, играть на вот этом эмуляторе. Ни вылетов, ничего. Ту-ту-ту, лишь бы не сглазить нафиг. Такс. Что я могу сделать? У меня, друзья, все пройдено, блин. Динозавров, к сожалению, нету. Я даже не знаю, что мне делать. Что-то у нас в новостях. Это ерунда. Блин, комар все-таки много укусил, а? Как они меня бесят, эти комары. Не знаю, друзья, вроде бы как и все. Делать больше нечего абсолютно. Хищников я не смогу пройти. Здесь, к сожалению, схватка редких. Ну, тоже, понимаешь? Тоже на таком, на грани. Ну, давай попробуем взять, например... Ну, летуна же не стоит же брать, согласись. Ай-яй-яй. 106. Ну, что так дорого-то ты стоишь, а? Вот. Давай вот так вот сделаем. Ну 625 тысяч, да чё так дорого-то? Гиганоцефал. А тут все что ли будут травоядники, я не могу понять. 4 очка 10, ну давай, давай уничтожай. Почему-то не хочет. Почему-то он не желает уничтожать. Ну что я могу сказать, ребят, ну не хочет, я буду бомбить его. На. В лохмотье мы его отправили. Ну что ты выпендрился тут? Все. Теперь моя очередь. Ах ты, вонючка мелкая. Ну, у тебя тоже ничего не получится. Так что можешь даже и не хрюкать. До свидания. Просто, просто развел как ложка. Все. На изи причем. Хе-хей. Нет, ну тут одни травоядники, ребята. Я не знаю, как тут играть. С одними травоядниками. Долларов у меня больше нет, к сожалению, чтобы сделать откат. Это говорит только, ребята, об одном, что надо заканчивать серию. На самом деле я думал, что мы нормально здесь помахаемся. Ну, не получилось. Кофейня. На паях. Размещаем. Так, база технического обслуживания. Размещаем. Джунгли-заповедник. Размещаем. Сад-ручеек. Размещаем. А здесь-то что мне показывает? Чего вы мне хотите тут показать? Что кто-то новый появился? У меня никого нового нету. Не надо мне тут свистунка делать. Тут все старье. Посмотрите, посмотрите результаты. Но сколько там осталось? 7 часов 59 минут. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, все, что смог, я уже сделал. Как говорится, попытался, постарался, попыхтел. Жаль, конечно. Ну, бойня хищников тут вообще, конечно, жесть.
Я не знаю, кем тут нужно рубиться, чтобы их выиграть. С минимумом модов один еще к тому же. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.